Вы не поверите. Если повернуть всего одну деталь в часах, они пойдут назад. Сегодня покажу, насколько легко и просто можно сделать часы с обратным ходом. Тот, кто не хочет возиться, может купить часы с обратным ходом на AliExpress. Ссылку найдете под видео. Переделка на точности часов не отразится. Для переделки я купил самые дешевые настенные часы с шаговым механизмом. Часы с плавающим механизмом для переделки не годятся. Нужны именно с шаговым. Они должны тикать. Циферблат можете нарисовать фломастером от руки, но можете использовать и мои. Готовые циферблаты под разные размеры можете скачать у меня на сайте. Ссылка под видео. Приступим к разборке. Чтобы заставить часы идти назад, достаточно снять катушку и повернуть пластину. Предварительно нужно поднять две шестеренки. Но я покажу полную разборку на случай, если накосячите. Эта направляющая для пластины будет мешать. Ее нужно обрезать. Осталось заменить циферблат. Лично я распечатал циферблаты в ближайшей студии печати. Напомню еще раз, на точности часов переделка не скажется. Вы только представьте, как они будут привлекать внимание в общественных местах, вроде кафешек, баров и так далее. Но если часы с обратным ходом вам не понравятся, можете вернуть все назад. Посмотрим на результат. Отлично! На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Поддержите это видео лайком. И если еще не подписались, подпишитесь на мой канал.